Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юля, и сегодня я вам покажу, как можно сделать вот такие прекрасные гвоздики победы из крапированной бумаги, сидя дома. Смотрите, для данного мастер-класса вам понадобится крапированная бумага. У меня была двух цветов, вишневая и зелено-яблочная. Если у вас нет крапированной бумаги, вы можете взять любые салфетки, бумажные полотенца. То есть, когда вы сделаете ваше изделие, потом вы можете подкрасить любыми красками, акварелью или гуашью, что у вас есть дома. Также вам понадобятся ножницы, нитки любого цвета. Ну и наши стебельки. У меня нашлись вот такие кулинарные шпажки. Вы можете использовать любые палочки, проволочки, что есть у вас дома. Если ничего нет, возьмите обычную бумагу, скрутите в трубочку, промажьте клеем, и у вас получатся такие же стебелечки. Если вы готовы, то мы начинаем.